Вот оригинальное разрешение видеокадра пролета НЛО над Севастополем. И вот покажу вам примерно в какие это кусочки. Таких видео около 6, по 3, по 4 минуты. Можно посмотреть, вот как примерно видно НЛО вот на этом видео. В замедленном темпе, чтобы можно было различить. Это на весь монитор. Постоянно мигают они, вся процессия. И есть, присутствует в этом видео, как бы в форварде, вот та группа справа сверху, в которой плотное, как бы такое образование с НЛО. Сейчас при вылете из-за ветки справа будет хорошо видно, что там достаточно сложная сама по себе группа. Камера не будет дрожать, будет можно различить. Вот справа сейчас появляется уже вот из-за ветки. Резкость не на ветке, а именно на объектах в небе. Ну, таких видео около 5-6 на весь экран. Видно цвет.